Привет, мучитель. Так, как сделали. Значит, берем за основу страничку количество применений префиксов. Просто ее копируем. Ничего с ней не делаем. Создать копию. Вот мы создали копию. Обозьем ее как xxx3, например. Дальше. Дальше это все дело удаляем. Строку с нужными префиксами ты давал. И формулу нам дали. Формула у нас состоит из двух переменных. Счет если и просто условие если. Счет, если находит соответствие условию, в данном случае условие, счет, если содержит диапазон и критерий, то есть диапазон, в котором ищем мы в D2, Z2, причем закрепляем колонки D и Z, чтобы они никуда не уезжали. И второй момент – это с чем сравнивается. А сравнивается у нас с префиксом сверху. То есть, если формула найдет соответствие префикса вот с одним из этих значений, то эта часть выдаст единичку. А если у нас имеет, если истина, то вот мы типа иксик. Иксик тебе не нравится. Почему ты его поменять не смог? Я не понял. Поменяй его на тот же самый. Так, закрепляем первую строку, чтобы она у нас никуда не уезжала. И точно так же здесь меняем, потому что сравниваем мы с C. Растягиваем. Протягиваем вниз. Должны получить то, что хотели. Так. Не могу, не могу. Не хочешь. Так. Помним, что оно до Z колонки было. А, даже до X. Ну, пусть будет до x. Пришли. Так, растянули, получили значение по корням. Теперь это удаляем, она нам не надо. Теперь создаем такую же табличку, только делаем ее для корней вместо. Вместо что поставить, вместо корня подставим B колонку. Закрепляем. Оставляем. И должны получить вместо корней. Там включи. Вот получаем. То есть вместо префиксов получаем корни. Теперь опять скажет, что ему не оставил ничего. Так, теперь еще раз копируем.
Вставляем как значение, чтобы у нас пропали формулы. Создаем новый листик. И теперь ты хочешь получить список корней, которые дружат с теми или иными. Берем вот эту всю фиговину, выделяем. Идем на новый листик и транспонируем нашу табличку. И ура, мы получили... Не, он включен. Он включен, включен. Вот мы получили список. Теперь как его преобразовать для Word'а? Идем в блокнотик наш и выделяем разделитель и заменяешь его уже на, там, грубо говоря, на что-нибудь. Потом двойные заменяем на одинарные. И заменяем так. Заменяем, 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 заменяем. И получаем чистый список. Все, вставляешь в Word. И красота. Ну и лишние поудаляешь. Так, нет, нет. Сохранить. Так.